Мы продолжаем выпуск. Карагандинский университет Балашак широко отметил День независимости. На торжественном собрании, которое состоялось накануне праздника, были подведены итоги и отмечены достижения всех сотрудников и студентов вуза. Все подробности у нашего корреспондента. В этом году День независимости для студентов и преподавателей Карагандинского университета Балашак стало знаменательным событием. В здании НДП Нур-Отан состоялось торжественное собрание, на котором был отмечен каждый, кто успел отличиться за последний год. Для того, чтобы повысить, естественно, корпоративный дух нашего коллектива, вместе отметить эту знаменательную дату. Это самый главный праздник нашей страны, национальный праздник нашей страны, День независимости. И поэтому это как бы подведение итогов той работе, огромной, большой работе, которую делает коллектив нашего университета. На мероприятии почетные грамоты и дипломы получили профессора, преподаватели и студенты, которые внесли свой вклад в развитие вуза. Словом, все, кто успел выделиться своими достижениями. А их немало, как говорит Нурлан Данияров, первый проректор университета. Сегодня учебному заведению есть чем гордиться. Наш вуз, Карагандинский университет Балашак, на сегодняшний день занимает очень прочные и стабильные позиции в системе высшего образования. В соответствии с генеральным рейтингом в системе высшего образования Республики Казахстан среди гуманитарно-экономических вузов Карагандинский университет Балашак занял 10-е место в этом году. Это большой успех, достижение всего нашего коллектива, профессорско-преподавательского состава, сотрудников, студентов. Концерт, организованный силами творческих коллективов, существующих на базе университета, продолжил праздничное событие. Аида Ибраева, Сергей Високосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.